Сегодня прекрасный солнечный день. Я направляюсь сегодня на велопарад. Можно сказать, сегодня один из последних таких прекрасных дней, потому что завтра будет похолодание и дожди. А сегодня будет велопарад в Харькове. Туда ехать 22 километра до места старта парада. Так что увидимся там. Трасса собирается велотуристы и вообще велосипедисты. Отсюда будет начинаться парад. Есть автомобили сопровождения, скорая даже. А это ребята, которые будут руководить. Колонна сзади.
ночи холодные, моря разлуки. Я напьюсь перед крышкой, и не заплачу, а засмеюсь. Это здоровье! Ну, проехали велопарад. Теперь поедем сейчас в сторону дома. Там 30-секундный. Я в Стамбуле, меня порвало. А я где? А я в Херсоне. Короче, ты понимаешь, ладно.